Так, решил протестировать вот такой датчик у меня есть. Он здесь написан МК-130-135, да? И у него простое подключение. Значит, земля, VCC, Analog Out и Digital Out. Значит, подаем в него 5 вольт и вот здесь он показывает аналоговый output. Сейчас у меня тут стоит, попробуем поставить что-нибудь поменьше, например 6. Так, и протестирую, среагирует ли он на вот такой раздражитель. Так, открываем, подносим, о, то есть там воздух не очень хороший, то есть можно детектить опасные газы. У меня есть вот такая еще баночка. Я вот печатал наклейку. Сейчас тоже протестируем. А, тут пробку тяжело. Вот, дадим понюхать пробку. О! Сразу. Так, еще раз. Нюхни пробку. Не реагирует. Да, пробка. Потому что пробка. А, неудобно. Банка большая. Да, теперь стрелка не видно. Так, на это реагирует. То есть можно мониторить качество воздуха. И у меня есть такая, но здесь у нас C2H5OH, но кто знает, что это. Так, на C2H5OH чуть-чуть реагирует, немедленнее. Вот. Так, а еще я хотел посмотреть, реагирует ли она на CO2, на дыхание. Ну-ка. Совсем чуть-чуть. Ну, это не CO2 датчик, так что. Вот. Такое. Попробуем подключить к Arduino.